В Первоуральской больнице появился компьютерный томограф нового поколения. Его установили в недавно отремонтированном кабинете невролога. Уже в ближайшее время здесь закончат монтаж необходимого оборудования и начнут прием пациентов. Это аппараты поколения уже совершенно другого. У них предназначение уже более развернутого ответа врача-рентгенолога для постановления более точного диагноза. Мы в первую очередь пустим, конечно же, в работу в неврологию. То есть это нарушение кровообращения, это то, что необходимость первостепенная. Наше отделение наконец-то смогут быстро, неотложно и своевременно помогать пациентам и оказывать неотложную помощь. Компьютерный томограф имеет 32 среза, оснащен вычислительными программными пакетами, благодаря которым снижается лучевая нагрузка на пациентов, а точная диагностика выполняется в короткий срок. Как говорят врачи, аппарат позволит более подробно изучить тот или иной случай, будь то онкология, ишемические заболевания или геморрагические осложнения, кровоизлияние. Деньги на новую аппаратуру выделил региональный Минздрав после обращения прокуратуры города. Ее сотрудники сегодня пришли в медучреждение, чтобы проверить ход установки нового оборудования. Прокуратурой города Первоуральска в рамках надзорного сопровождения реализации национального проекта здравоохранения было установлено, что Первоуральская городская больница нуждается в компьютерном томографе. Я думаю, что граждане Первоуральска будут рады только, поскольку действительно современное оборудование, которое необходимо для жителей этого города.